Офигенно, чуваки! Ну, а теперь поехали по-нашенски, по-тольяттински, поговорим, значит, за конференцию заумную, за заумную, про роботов, про робототехников и про всех, кто здесь собрался. Ну, значит, как-то выходит Лёха, говорит на дороге, а ты знаешь, там один умный чувак сидит, говорит, конференцию хочет. Ну, давай, говорю, сотворим. Звоним Олегу, звоним Серёге, звоним Лёхе, все собираемся, говорим. Там поставим стенд, там поставим указатель, они умные догадаются. Заходят, значит, все и не понимают, куда попали, что происходит, что за вопросы, какие еще роботы. Давайте, доставайте свои папиросы. И тут сели, значит, загудели, немножко побалдели, наконец-то тему уловили и полетели. Роботы хуёбаты, значит, с другой стороны заходим, с этой стороны подходим. Тут, значит, выявляется, что роботы могут зарабатывать нам бабло прямо в карман. Я подхожу к одному роботу, ну что, поработаешь на меня? Нет, говорит. Я к другому роботу, ну поработай на меня? Нет, говорит. Так что же вам надо, роботы? А роботам надо любви, они тоже такие же люди. А роботам надо любви, они тоже такие же люди, со своим характером, со своими любовными желаниями. Он хочет есть, он хочет знать, он хочет любить, он хочет творить. Это же робот, он понятен нам всем, он нами создан, мы боги для него, ребят. Он в нас верит, а значит, мы можем им управлять. Мы можем создать огромные толпы этих красивых, любимых, счастливых роботов, которые будут все время улыбаться и задавать вопросы. Как дела? Как у тебя, дорогой мой, дела? У тебя все хорошо? Ты отдохнул? Ты побалдел? Ты попил? Ну все, а теперь летим! Роботы такие же, как мы. Роботы тоже люди. Роботы хотят любви. Роботы хотят покушать. Роботы хотят попить. Роботы хотят потанцевать вместе с нами. Роботы, 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 хуёбаты. Роботы тоже хотят любви. Роботы тоже хотят любви. Это тоже импровизация. Там с балконом даже орут, прикиньте. Балконы! Все, ребят, концерт, отпустим музыкантов, замерзли. Давайте пить коктейли, греться и слушать сказки Димы Гайдука.